Если допинг, то от природы ее чистого воздуха. Его вдыхают на тренировках Тиберде дзюдоисты школы Олимпийского резерва. О том, на какой результат рассчитывают спортсмены в процессе спортивной подготовки в горах и как они себя чувствуют в курортном городе, расскажет Альбина Ламкова. Спортивная подготовка в горах является одним из основных тренировочных средств, используемых в процессе подготовки дзюдоистов на выносливость. Тиберда считается одним из лучших бальнеологических курортов России. Чистый горный воздух, обогащенный фитоцидами хвойного леса и свежестью природных родников, действительно способен надолго зарядить бодростью спортсменов. Уверен, самый успешный тренер по дзюдо на просторах бывшего СССР и России, главный тренер Центра олимпийской подготовки в Челябинске Александр Евгеньевич Миллер. Его ученики ежегодно стоят на международных пьедесталах с медалями на груди. Мы давно облюбовали это Карачаево-Черкесию, особенно Домбай. Мы много лет уже готовимся. Это на предварительных сборах. Это как бы здесь мы набираем природный допинг. После Олимпийских игр это первая подготовка к чемпионату для нового цикла, говорит знаменитый наставник Александр Миллер. По результатам соревнований будет дан старт к формированию новой команды на Олимпиаду в Париже. Спортсмены, занимающиеся в Тиберде, состоят из сплава молодости и мастерства. Так говорит Александр Евгеньевич о своих учениках. На этом сборе присутствует Ренат Саидов. Он заслуженный мастер спорта. Сейчас только что закончился первенство России до 23 лет. Призером страны стал Арафат Баташев. И вот основная ставка на чемпионате страны у нас на этих двух спортсменов. Остальные ребята, они выступают по юниорам, то есть молодежный состав. Российские дзюдоисты и победитель этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Европы Ренат Саидов родился и вырос в республике. Живет и тренируется в Челябинске. Он хоть и родом из региона, но все же, приезжая вновь на курортные места родины, получает новые эмоции и впечатления. Отличные условия, отличные, база отличная. Питание. Отдельный плюс, наверное, поварам надо сказать. Денислам Батчаев – молодой спортсмен, но, как и все его друзья-дзюдоисты, всегда настроен на победу. В копилке его медали уже есть победы. Он стал чемпионом Европы по дзюдо. Сослан Бастанов – один из самых титулованных дзюдоистов, обладатель многочисленных кубков и медалей, заслуженный мастер спорта международного класса. Его учитель – заслуженный тренер России Александр Миллер. Свой опыт в мастерстве дзюдо Сослан уже передает молодым спортсменам. Первые результаты дзюдоистов от тренировок в горах будут известны совсем скоро. Альбина Ламкова, Зумарат Халкечева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Теперда.